списке. Премия «Ясная поляна», 6 произведений, как обычно у нас и принято. Кто вошли в эти заветные 6 авторов? Мне кажется, что список помимо нашей воли, если так вот статистически на него посмотреть, получился очень гармоничный. «Ясная поляна» вообще любит гармонию. Там нет перекосов, там есть все. Там есть люди заслуженные, известные в литературе, там есть новые имена. Там есть проза более традиционная и более авангардная. Там есть литература актуальная, обращенная к сегодняшнему дню, и литература, обращенная к истории. Мы не делали этого специально. У нас не было задачи приготовить блюдо по этому рецепту. Так получилось в результате нашего прочтения, в результате наших обсуждений. Это мнение того жюри, которое работало в течение этого года и в течение прошлых лет. И я думаю, что нам не стыдно за наш выбор, потому что мы действительно отобрали лучшее. Не все вошло, но самое лучшее действительно в этом списке оказалось. И я думаю, что мы хорошо поработали. Выбор лауреата для нас в этом году был не такой сложный, как в предшествующие годы, и особого спора не вызвал. Но традиция «Ясной поляны» заключается в том, что мы, конечно, это имя держим в глубочайшем секрете, и оно будет объявлено 10 октября в Большом театре. Что еще к этому прибавить, я вам не знаю, что сказать, но я уверен, что это будет достойная награда.